Italiano? No, I'm sorry. Ah, no, parli italiano. No, a little bit, yeah. Where are you from? You're Italian face. Ukraine. Ukraine? Yeah. Ukraine? Yeah. Говорите по-русски? Да. Добрый день. Добрый день. Как поживай? Хорошо? Хорошо. Итальянский. Итальяно. Из Рима. Yeah, yeah, yeah. Рома. Yeah. Я говорю чуть-чуть по-русски, потому что моя жена украинская. Да. Одесса. И Одесса? Нет. Нет, маленький город. Кларика. Харьков, да. Я люблю украинский народ. Да. Вы туриста, да? Да. Я директор мода, мода итальянская. Мода, да. Париж, пятеро. Да. Большой магазин опера. Да. Лафайет. Да, Лафайет. Где ла вистофака, экспозиция, итальянский мода. Да, итальянская мода, да. Вчера закончил конец работ. Да. Сегодня до свидания в Париже, я уезжаю домой, Рим. Да. Вы был в Риме? Был. Вы люблю? Вилла Боргезе, Рима, мой брат, ресторан де Кастинец. Да. А чистое сердце, потому что я люблю украинский народ, тоже Андрея Чеченко, а все Милано. Да. Я даю координаты, висите на Карцка. Угу. И я даю реклама, пропаганда, сувенир, не продавать. Да. Не купил. Как даю привет Рима позвонить? Да. Ресторан де мой брат, кушет, спагетти, лазанья. Угу. Это на реклама, Пасса Мадрия. Это на куртка, фильм Эпорио. Да. Как зовут материал? Замещал. Да. Это координаты. Да. Меня зовут Гаэтано. Да. Как вас зовут? Виталий. Виталий Ощепля. Это мужская. Серьезно, я не шутка, да? Я там я сумнил. Это женская, мадам. Да. Это очень дорого, не проблема. Моя компания, мой обжест, вода мне бесплатно. Да. Для подарок реклама. Да. А французский народ. Да. Но я не люблю французского. Французский народ, это колодный, националист, эгоист. Да. И обокрали. Вы знаете, Мулин Руши, Пигалло, Мулин Руши? Да. Вчера обокрали. Обокрали. Ай-яй-яй. Я люблю украинский, конкретно, вы знаете Санта-Клаус, Деда Мороз. Да. Деда Мороз, подарок, реклама. Нет, спасибо, спасибо. У меня места нет в самолете, я улетаю. Спасибо. Места нет, я извиняюсь. Это я подарок, ему он нет, спасибо, нет, спасибо. Сейчас,